готовите, мастер-ведьмак? Я видел объявление. Допустим, я заинтересовался. Вот и прекрасно. Чудно. Я Брян Хоч. И это я повесил объявление. Мне нужно как можно больше подробностей. Разумеется, разумеется. Что же, в результате не самых счастливых для меня событий я вступил во владение полосой леса под вырубку. Это здесь, прямо под Новиградом. Вдали от больших дорог, зато близко к порту. Оставалось только нанять дровосеков и сосчитать деньги. Меня интересуют чудовища, а не твои дела. Но так ведь все же связано. Я нанял нескольких краснолюдов, а те стали говорить, мол, в лесу призрак. Я решил, что они работать не хотят. Но как-то они ушли в лес, и вернулся только один. Говорит, какое-то лесное лихо на них напало. Поговорим о плате. Ты предлагаешь слишком мало. Понятное дело, что я тебе не целое состояние предложил. Но ты просишь слишком много. Сбрось цену еще чуть-чуть. А ты себе цену знаешь. Но вижу, ты старался не завышать. Так что, может, мы еще и договоримся. Ладно, настолько я еще согласен. Я возьмусь за работу. И где тот выживший? Должно быть, шатается тут где-то. Последний раз, когда я его видел, он пропивал заработанное. Сказал, хочет почтить смерть товарищей. А я всего одну выпил. Кажется, дождь собирается. Седла. Это хата лесорубов Хотча. Теперь надо найти, где они погибли. Колеи глубокие. Должно быть, тут телега лесорубов остановилась. Потом они поехали здесь, наверное, к своей вырубке.
Здесь был бой. Двое краснолюдов и что-то большое. Раненый бежал туда, потерял много крови. Когтями процарапал скалу. Похоже, он был очень зол и очень силен. Корни придавили краснолюда к земле так, что он задохнулся. У краснолюда была глубокая рана на спине, он умер от потери крови. Все указывает на лешего. Молодая особь. Должно быть, он в этом лесу недавно. Надо найти его тотем. Вороны служат лешим. Тотем должен быть где-то рядом. Это не птица лешего, след неверный. Похоже, обычные вороны, не следа тотема. Это не птица лешего, след неверный. Вот это тем лешего. Как только я его уничтожу, он занервничает и выйдет из норы.
Дайс. Гвинглей. А, куда лезешь? Здравствуйте, мастер-ведьмак. Я убил лешего, который напал на дровосеков. О, это прекрасно, чудно. Правда, придется найти новых лесорубов. Но в работниках тут недостатка нет. А если сюда какой-нибудь новый леший придет? Всякое может случиться. Тогда придется поискать какого-нибудь ведьмака. Ну да, да, да. Разумеется, тебе полагается плата. Я ведь не из таких, что не платят за хорошую работу. Прощай. За мной пришла. Ну и смердят на меня обувь.